В эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Сегодня международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад о ситуации в Чеченской Республике и репрессиях в отношении критиков режима Рамзана Кадырова. Как по минному полю, так называется доклад, основанный на 43 интервью с правозащитниками, журналистами, юристами и людьми, поплатившимися за свои критические замечания в адрес действующего руководства республики. В студии «Радио Свобода» программный директор по России международной правозащитной организации Human Rights Watch и автор доклада Татьяна Лакшина, обозреватель «Новой газеты» Елена Милашина, а на видеосвязи с нами член президентского совета по правам человека, глава комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин. Начну с небольшой цитаты. «Когда вспоминаешь войну, понимаешь, тогда у нас было меньше страха, чем сейчас. Страх бомбы, пули, мы с этим жили. Я могла, могу с этим жить. Но с таким постоянным давлением, унижением жутким, не могу просто, не могу, перед собой стыдно. Строят меня каждый день, заставляют ходить по ниточке, ходить как по минному полю. Всегда, везде оглядываться, ждать опасности, ждать, что заберут тебя». С этого фрагмента интервью одного из жителей Чечни начинается доклад о новом этапе в жизни республики, которая, судя по словам автора, для многих превратилась в сущий ад. На протяжении почти 10 лет глава Чеченской республики Рамзан Кадыров постоянно пытался искоренить все формы инакомыслия и постепенно построил в Чечне тиранию. Сейчас Рамзан Кадыров, ранее назначавшийся на должность главы республики Кремлем, столкнулся с необходимостью участвовать в выборах. По мнению авторов доклада, в преддверии этих выборов в местные органы власти злобно расправлялись с теми, чья общая лояльность по отношению к Кадырову сомнительна. Таковыми признаются обычные люди, которые выражают особые мнения, российские иностранные журналисты, критикующие власти Чечни, а также те немногие правозащитники, которые бросают вызов случаям злоупотреблений со стороны сотрудников правоохранительных органов и силовых структур. Об этих случаях мы и будем сегодня рассказывать. Татьяна, вот с вашей точки зрения, из всех тех историй, которые приведены в докладе, какая, может быть, наиболее показательна с той точки зрения о том, что сейчас, сегодня происходит в Чечне? Марина, мне кажется, что все истории, которые приведены в докладе, они показательны. И я бы хотела подчеркнуть, что на самом деле нам известно гораздо больше таких историй. В доклад мы включаем истории, когда нам удалось взять интервью, когда нам удалось получить видеоподтверждение, документальное подтверждение той или иной ситуации. Знаем мы на самом деле гораздо больше. Мы знаем истории, о которых мы не можем говорить, потому что пострадавшие или их родственники просили нас об этом не говорить, они боятся для себя последствий. Мы знаем множество историй, наверное, те истории, которые вошли в доклад, это лишь вершина айсберга – это часть огромной проблемы. В принципе, если внимательно посмотреть на доклад, вы, наверное, увидите, что почти без исключения все эти сюжеты там задокументированы. Они проходили в средствах массовой информации в то или иное время. О них говорили другие организации. То есть ничего, казалось бы, супер нового, супер новостного мы в этом докладе не говорим, но мы эти истории рассказываем в совокупности. Они дают картину жуткую того, что происходит в республике. И, честно говоря, ну, я действительно это писала, этим летом, и понятно, что материал ты собираешь долго. Вот что-то происходит, ты себе этот собираешь материал, откладываешь, чтобы с ним дальше работать. Я знала, что было вот это, вот это, вот это, я понимала, что я хочу включить в доклад, но, честно говоря, когда вот это вот все собралось до кучи, я дальше сама себя перечитывала, вот мне стало жутко. И что касается цитаты, которая использована в самом начале доклада, которую вы только что привели, знаете, говоря о том, что вот не только эти истории, много еще похожих историй, немножко другими словами, абсолютно то же самое. А в Чечне мне говорило несколько человек.
немножко другими словами, но то же самое, что вот была война, и это было так страшно, казалось, что это конец света, что ничего хуже быть не может, и только чтобы это закончилось. И когда сейчас вспоминаешь войну, то думаешь, да, это было очень страшно, но мы тогда могли. Мы протестовали, мы выходили на улицу, мы рассказывали что-то журналистам, мы прятали этих журналистов, мы возили этих журналистов. Мы хотели, чтобы наши истории звучали. Мы сами пытались спасти людей. Сейчас мы не можем абсолютно ничего. И это стыдно, это унизительно, это невыносимо. Более того, этого не можете сделать не только вы, но, насколько я понимаю, и представители силовых структур и правоохранительных органов, которые приехали в Чечню из других регионов, потому что они получили недвусмысленную угрозу со стороны Рамзана Кадырова, буквально, который повелел расправляться со всеми силовиками, которые вдруг приедут и что-то будут устраивать в республике. То есть, получается, там люди, которые сейчас живут в Чечне, они остались абсолютно без защиты. Я правильно понимаю, что... Ну, я, честно говоря, очень сомневаюсь, что люди, живущие в Чечне, федералов воспринимают как защиту. Да нет, конечно, и наследие жуткой многолетней кровопролитной войны, чудовищных преступлений, которые совершали в Чечне федералы, оно совершенно очевидно. Но по факту Чечней руководство республики управляет, ну, как государством внутри государства, которое живет не под тем законам, которые являются законами Российской Федерации, да, прописаны в российском законодательстве, а по неким правилам, по неким нормам, которые диктует лично глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров, диктует их, собственно, по чеченскому телевидению, сообщает, что можно, что нельзя, как жить, как учиться, как жениться, и, в принципе, вторгается во все аспекты жизни чеченского общества, включая те, казалось бы, вещи, которые традиционно считаются делами приватными, делами семейными. Вот я обратила внимание в этом докладе на то, что там особо подчеркивается. Если и в предыдущие годы Чеченская Республика была зоной повышенного риска для работы там журналистов и правозащитников, то последний год показал, что работать там тем людям, которые высказывают какие-то критические замечания в адрес Рамзана Кадырова, стало, ну, совсем невозможно. И сейчас я сначала обращаюсь, Елена, к вам с тем, чтобы вы прокомментировали вот эти утверждения автора доклада. Мариан, какие именно? О том, что в настоящее время журналистам в Чеченской Республике, независимым, с критическим подходом к деятельности властей республики, работать небезопасно, еще более небезопасно, чем ранее, и что многие вынуждены просто отказаться от поездок в республику, командировок туда. Знаете, ситуация действительно сейчас такая, и до... Скажем, она началась, не была такой все время. А ухудшилась она для всех журналистов, которые приезжают писать о, что, о той реальности, которая реально, вот, реальная ситуация в Чечне. Сейчас просто угроза, что их задержат и не дадут работать. Уничтожат материалы, соответственно, отвезут в полицию и, скорее всего, выдворят за пределы республики. Вот. Такой ситуации не было в 13-м еще году, в 14-м даже. Пример — процесс по Кутаеву, который по Руслану Кутаеву, это чеченский политический заключенный, вот, который, в общем, достаточно широко освещался, я там могла работать спокойно, ну, тогда и правозащитники могли работать, а вот вся ситуация действительно стала очень плохой для этой работы, потому что просто помешают, не дадут возможности. А последние годы, да. А давайте сейчас спросим у Игоря Каляпина, который на видеосвязи с нами, насколько справедливо вот тоже утверждение и в отношении работы правозащитников. Правильно я понимаю, что в настоящее время в Чечне, ну, может быть, найдутся единицы тех людей, которые осуществляют реальную правозащитную деятельность? Ну, наверное, это не совсем так. Люди, правозащитники в
которые в Чечне реально работают, они есть. Другое дело, что мы с вами о них не слышим. Они не имеют возможности что-то публично говорить. Они не имеют возможности обращаться к общественности, вы не имеете возможности брать у них интервью. И я так полагаю, что, наверное, в докладе Human Rights Watch эти фамилии тоже не фигурируют, просто потому что, вот, к сожалению, правозащитники в Чечне поставлены перед таким выбором. Либо ты действительно пытаешься собирать какую-то информацию о нарушениях прав человека, либо ты об этих нарушениях, не находясь в Чечне, да, где-то можешь говорить. Вот такая проблема, она действительно есть. То есть получается, это фактически работа в стол. Ну да, но если человек знает о нарушении прав другого человека, и при этом фактически ничего не может с этим поделать, ни пожаловаться, ни достучаться до какого-то вышестоящего начальства, тех же силовиков, то он работает просто ради интереса, что ли? Ну, у некоторых организаций есть возможность просто разделять эту работу. Вот мы сейчас по такому же принципу начали работать в Чеченской Республике. У нас одни люди, которые никак себя там не позиционируют, не отождествляют с комитетом по предотвращению пыток, работают в Чеченской Республике. Вот, а я, например, эту информацию каким-то образом пытаюсь реализовывать через правоохранительные органы, через средства массовой информации. Для того, чтобы не рассекретить своих агентов, ну, простите за такой оборот. Для того, чтобы не рассекретить сотрудников, которые не имеют возможности, просто это физически не то что опасно, а это связано, ну, с неминуемой расправой. Сейчас. То есть мы этот эксперимент, по-моему, достаточно последовательно довели до конца. То есть доказано, что нашим сотрудникам в Чечне находиться реально совершенно опасно. То есть нападение на них будет неизбежно произведено, вопрос через сколько суток. Ну, а следовательно, приходится работать вот так. Это не значит, что они там как-то там какие-то незаконные действия совершают, скрываются там, под чужими паспортами там находятся. Нет, они просто не представляются сотрудниками комитета по предотвращению пыток. Я вот, кстати, по поводу неминуемой расправы и предлагаю посмотреть небольшой документальный фильм. Его подготовили журналисты «Медиазоны», и эта история описана тоже в докладе Human Rights Watch, когда неизвестные напали на группу журналистов, возвращавшихся из Ингушетии в Чечню, и сожгли автобус. И в этот же день был произведен очередной погром офиса вот как раз комитета по предотвращению пыток. Давайте посмотрим этот видео. Точнее, сводная мобильная группа. Сводная мобильная группа, да. Давайте посмотрим этот фильм. Они уехали? Так. Квартал, всех с собой. Нет. Нет, у меня горит. Сумки, у меня были посылки. У меня вся нога отняла. Прекратите, вы не понимаете. Да никого мы не защищаем. Нас избили журналистов наших. Наш коллега пострадал. Журналисты избили, сожгли. Это правда, оказывается? Да, конечно. Сейчас там у нас в парке ребята говорили, я думал, слухи просто. Не-не-не, сожгли машину, избили журналистов. На границе Чечни. Да, это получается, вы справа были в Чечне, а потом... Это вы глушите на границе. Не-не, вы были в Чечне, оттуда сюда ехали. Да, в Чечне приехали, да, подожгли машину, избили. Избили людей всех, включая женщин, и подожгли машину. Да. Я главный редактор «Медиазоны», откуда наш корреспондент Егор Сковорода, мы прилетели за ним. Здорово, что с рукой? Все нормально с рукой, чего-то не пристали. Ну чего? Сейчас что происходит? Все ничего. Вы сопровождаете? Да. Как бы бюрократия всякая, ну там осмотр телека, фотика и что-то еще. Ну в таком духе. Но она некрасивая. Вчера она была вот красивая, такая рыже-фиолетовая. Она была классная, а сегодня вообще уродство. Не, ну там у ребят есть более красивые синяки, так нормально. А ты в травмпункте будешь, да? Да, мы ездили в травмпункте. Что врачи говорят? Да. Что да, с спиной говорят? Что? Ну, ушибы, гематомы. Вот я сейчас и посмотрели, мне тоже пальцы слабо двигаются. И что, говорит? Ну, говорит, тебе надо к неврологу, потому что, ну, нервы, видно, повреждены. Все, что я помню, это вот такой машина,
бежит человек, тут же вылетает окно. Через некоторое время я там пару звонков успел сделать по минуте, как бы, тогда и чувак... вытащили. Вытащили, как бы начали всех вытаскивать по дороге. А ты кювет кинули. Ты еще сделал звонки, пока тебя еще не вытащили? Да, конечно. Ты лежишь в машине и делаешь звонки. Ну, я сразу, как только начал пить, я вот туда вниз и начал звонить, как бы, 19-14 первый звонок. На этой машине сезон у меня начинается. Я обычно людей на море вожу. А как вы вышли обычно у места, как бы, из души? Да, своим местом вожу, вот месяц-два. Там копейку себе на жизнь зарабатываю. Жена не работает? Сочи туда? Работает, ну, малых детей еще кормить надо. Потому что будете вы дальше работать, не знаю, журналистами? Буду. Вы же занимаетесь правым делом, я все надежды на вас. Дверь не выломили, проникли через балкон, дверь сломать не смогли, дверь оказалась целой, и нам вчера сотрудники из службы МЧС вскрывали эту дверь. А стекло били как-то? Ну, они не выломали, да? Не смогли. Нет, не смогли. Попали через балкон, ломали снаружи и с той стороны, и отсюда, потом через балкон залезали в итоге. А же все-таки даже зашли туда? Зашли, да. Тут они забрали все документы, которые там были, всю аппаратуру. Через балкон, все, что да? Там есть, там ничего нет. Там через просто... балкон. Через балкон. Это был документальный фильм интернет-издания «Медиазоны» о событиях, происшедших на границе Ингушетии и Чеченской Республики в марте этого года, когда неизвестные напали на группу журналистов, находившихся там в пресс-туре. И вот мы видели в титрах, что Владимир Путин дал личные указания провести расследование, разобраться в том, что же происходило, кто нападал, и привлечь к ответственности виновных. И сейчас я обращаюсь, Игорь Халяпин, к вам. Что известно об этом расследовании? Найдены ли хотя бы подозреваемые? Ну, в сюжете сейчас фигурировало два нападения, которые произошли с интервалом примерно в час. Вот нападение на автобус с сотрудниками сводной мобильной группы и журналистами, оно расследуется. Я сейчас не могу говорить о том, насколько оно эффективно расследуется, хотя, на мой взгляд, очевидно, что если бы спецслужбы предоставили ту информацию, которую они имеют по этой трассе, а это участок трассы, который тотально контролируется различными техническими средствами, то я думаю, что это преступление было бы раскрыто в течение нескольких суток, что называется, по горячим следам. Что там следствие делает на протяжении последних 5 месяцев, я в полном объеме не знаю. Мы там, в общем, достаточно активно заявляли ходатайства, большинство из них удовлетворено. Там приобщены материалы, в том числе из серии, целой серии предыдущих нападений, которым подвергались сотрудники сводной мобильной группы, там и сотрудники комитета против пыток, и других организаций, и журналисты. Сейчас это все в основном вот соединено в этом деле. Как оно расследуется и чем там сейчас следователи занимаются, я сказать не могу. Что касается того нападения, которое здесь тоже профигурировало, на нашу квартиру в Карабулаке, где наши сотрудники ночевали, где хранились документы, и вот все это было там похищено в ходе этого нападения. Это дело буквально 3 недели назад было приостановлено, как нам сообщили. Это значит, что все следственные мероприятия прекращены фактически по этому делу. Вот. Ну а удивительно, да, то есть они его прекратили, объяснили нам, что они его прекратили в связи с тем, что все
возможные следственные действия выполнены, и это не привело к выявлению там, подозреваемых, обвиняемых. Помимо этой истории о реальном нападении на журналистов, реальном нападении на квартиру, был еще такой момент, он не отражен в вашем докладе, Татьяна, но явные угрозы членам президентского совета по правам человека, которые собирались провести выездное заседание в Чеченской республике. Игорь, вот чуть подробнее можете об этом сказать и о реакции со стороны Кремля на случившееся? Ну, смотрите, я здесь могу говорить только то, что могу говорить. Да, то есть, как мне, нам, точнее, вот той группе членов президентского совета, которая совершала эту поездку по республикам Северного Кавказа, накануне этой поездки буквально сообщил Михаил Александрович Федотов, наш глава и руководитель, значит, в разговоре с Рамзаном Кадыровым в телефонном, он упомянул о том, что в составе вот этой группы президентского совета будет Калябин, вот, после чего Рамзан Ахматович так долго держал паузу, а потом сказал, что в этом случае он безопасность членам президентского совета не гарантирует. Вот, и там якобы добавил, что вы в одно место можете приехать с Калябином, а в другого уже не доехать. Вот как-то так это прозвучало. Вот, ну вот мы сочли это... Безусловно, да. Угрозой. И отказались от поездки, правильно я понимаю? Но была ли какая-то реакция со стороны человека, кому вы советуете, как поступать с правами граждан? Я имею в виду президента. Вы же не просто так туда поехали на экскурсию. Вы же, у вас была вполне себе официальная миссия. Ну, я знаю реакцию на эту ситуацию там нескольких высокопоставленных чиновников администрации президента. Я не знаю, я не буду эту реакцию пересказывать, наверное, это неправильно. Вот. Ну а что касается президента, я намерен этот вопрос на ближайшей встрече с президентом обязательно поднять, уж не знаю, как остальные. Но пока мы с Путиным не встречались после этих событий, к сожалению. Вот я думаю, что, наверное, в сентябре-октябре такая встреча состоится, я этот вопрос... подниму обязательно. Татьяна, с вашей точки зрения, вот Рамзан Кадыров по-прежнему находится в сильной зависимости от Владимира Путина? Или же вот те игры, которые он устраивал с демонстрацией силы, об этом есть тоже упомянуто в вашем докладе, когда он собирал целый стадион своих бойцов, вот эти вот фотографии в Инстаграме с собаками, готовыми покарать пятую колонну, митинги эти многотысячные. Это все как раз демонстрация Владимиру Путину, что вообще-то я сам себе тут хозяин, и просто так от меня не избавиться. Видите ли, на самом деле зависимость Рамзана Кадырова от Кремля, она тотальная. И Рамзан Кадыров бесконечно нуждается в политической поддержке и в финансовой поддержке со стороны Кремля. И поэтому, когда президент Путин, пусть очень мягко, но все-таки публично упрекает Рамзана Кадырова в том, что у него недостаточно развиты отношения с федеральными чиновниками, да, дает ему соответствующую инструкцию, или даже говорит, что никто в России не может переступать через закон. И лидеры Чеченской республики это тоже касается. Вот такие мягкие, казалось бы, ласковые ремарки нельзя недооценивать. Они сами по себе очень важны. И отчасти усугубление давления на инакомыслящих внутри Чечни и усугубление преследований журналистов, правозащитников последние полтора года связаны именно с попыткой, с одной стороны, чеченской власти напомнить населению внутри о том, что тотальный контроль все равно за ними, а с другой стороны, максимально пресечь поток негативной информации, которая выплескивается из Чечни, и которая может так или иначе повлиять на позицию, на отношения хозяев в Кремле.
Вот это очень важно. То есть фактически сейчас, вот эти последние полтора года, то, что мы видим в Чечне, это тотальная зачистка информационного пространства. И, конечно, в такой ситуации говорить о свободном волеизъявлении граждан, ну, достаточно нелепо. Если людей наказывают, да, я хотела бы подчеркнуть, что все-таки главными жертвами этого наступления являются именно жители Чечни. Те жители Чечни, которые позволяют себе высказать хоть какую-то критику, хоть какое-то недовольство тем, что происходит в республике. Некоторые публично, в социальных сетях, а некоторые как бы даже и не публично, там что-то обсуждают в закрытых группах, да, например, на том же Фейсбуке или ВКонтакте. Их на этом ловят и наказывают показательно, чтобы не только им, не только им родным, а всем вокруг было понятно, какую цену можно заплатить. И, конечно, в этом отношении история с молодым человеком, с которого сняли штаны и заставили ходить по беговой дорожке, да, в одних плавках, и каяться в том, что он что-то не то написал в социальных сетях про Кадырова и Путина, она очень показательна, потому что такого рода жесточайшее публичное унижение, ну, внутри Чечни многие люди воспринимают это как нечто гораздо страшнее смерти. И, опять же, если мы возвращаемся к проблематике журналистов, да, как работать в Чечне, насколько можно работать в Чечне, вопрос же не только в том, что на журналистов нападают, их задерживают, им угрожают, как угрожали Елене. Вопрос еще и в том, что ты как журналист, ну или как исследователь международной организации, да, как я, как правозащитник из российской организации, как Игорь Каляпин, все время панически боишься подставить свои источники. Понимаете, для работы над этим докладом, например, я не ездила в Чечню. И для меня, для Human Rights Watch, это очень нетипичный модус операнди. Обычно мы делаем поле. Мы выезжаем, мы опрашиваем людей на местах и так далее. Но здесь ведь это абсолютно невозможно, потому что когда я появлюсь в Чечне и начну связываться с людьми, встречаться с людьми, от этого пострадают они. От этого пострадают их семьи, потому что коллективное наказание, которое, естественно, запрещено российским законом, запрещено с точки зрения международного права, оно применяется в Чечне систематически. Так вот, для меня кого-то проинтервьюировать сегодня в Грозном, это вопрос даже не моей опасности. Ну, вышвырнут меня оттуда, да, задержат, побьют, не знаю. Но это в первую очередь вопрос того, что я буду чудовищно подставлять людей. А вот давайте мы сейчас Елену Милашину спросим о том, насколько тяжелее и вообще остались ли возможности работы с живыми людьми, живыми источниками. Понятно, что вас многие знают, у вас сложилась определенная репутация на Северном Кавказе, люди доверяют вам, но после последних событий... Готовы ли люди рассказывать вам о чем-то? Готовы ли предоставлять информацию на основе, которой вы можете сделать свои публикации, расследования? Ну, вы правильно заметили, у меня немножко особенная ситуация, потому что я работаю в Чечне достаточно долго, и еще в то время, когда Чечня никого в России не интересовала, оттуда поступали только пиар-новости, к чему и привык Рамзан Ахматович Кадыров на самом деле с его окружением. Они просто до сих пор не могут понять, что же случилось-то в декабре 2014 года, почему вдруг Россия заинтересовалась опять Чечней, еще так сильно заинтересовалась. Да? И я знаю ответ на этот вопрос, не буду говорить в эфире, потому что на самом деле это слабое место чеченской власти, и его надо использовать. И его используют местные жители Чечни, потому что на самом деле при всем том страхе и депрессии, которая есть у людей, люди не молчат. Люди готовы рассказывать, естественно, они готовы это делать на... Тем, ну, охотнее тем людям, которые могут и понимают проблему безопасности, могут какие-то гарантии им дать, да, то есть какие-то хотя бы примитивные меры, чтобы свои источники защитить, предпринять, да. И у нас, то есть у меня разработан просто такой многоуровневый способ защиты, и я, честно говоря,
считаю это самой важной составляющей своей работы в Чечне, потому что, в принципе, ничего сложного больше там нету, кроме того, что ты должен защищать свои источники. Что случилось вот за эти полтора года принципиального? Я не зря приводила в пример процесс по Руслану Кутаеву, на которой я присутствовала от и до, и я могла ходить во все присутственные заведения в Чечне, в суды, естественно, напомню, ходить. Наверное, Руслан Кутаев – это чеченский политический заключенный, первый. Вот, в декабре, в феврале 2013 года, 14-го, извините, Сочи у нас был в 14-м году, да, было 70 лет депортации чеченцев и ингушей. В общем, дата, которая на самом деле должна была отмечаться на федеральном уровне, федеральный уровень из-за Олимпиады в Сочи, потому что 23 февраля пришлось на закрытие этой Олимпиады, в общем, позорной теперь, как выясняется, с ее победами лживыми, да, но тем не менее ради этой Олимпиады мы эту дату не просто не отмечали, мы эту дату... Они забыли как бы. Не просто забыли, а еще и направили определенные сигналы в Дагестан, в Ингушетию, в Кабардино-Балкарию, в Чечню, чтобы либо перенести, либо массово не отмечать, либо, в общем, людей, которые помнят своих репрессированных родственников. Попридержать. Да? Попридержать, да, совершенно верно. Чечня здесь очень перестаралась, потому что та же Ингушетия, например, на следующий день отмечала годовщину, а Чечне просто запретили вообще депортацию упоминать как в принципе. Вот. Тем не менее, я еще раз говорю, чеченцы такие люди, которых можно ломать упорно, долго, им много лет, но сломать их вообще невозможно. И вот это тоже один из показателей. Все равно при всей этой, тех запретах, чеченцы, интеллигенция чеченская собралась, провела конференцию научно-историческую. Вот, конференцию небольшую в Центральной библиотеке Грозного. После этого всех участников этой конференции вызвали на ковер к Магомеду Даудову. Это тогда был глава администрации Кадырова, сейчас он спикер, но уже не спикер. Кем будет, непонятно. Правая после рука выборов. Ну, правая, левая. В общем, это ближайшее окружение Путина. Кадырова. Как? Повысила. Кадырова, да. И человек, который очень сильно боится в республике, он выполняет такие очень деликатные поручения именно внутри республики. За пределами есть другой человек, и все мы его прекрасно знаем, это Адам Делимханов, чьи люди постоянно у нас попадаются в самые разные истории уже в Москве, да? И вот недавно тоже произошла ситуация. Были вызваны Кутаев, который был одним из ведущих на этой конференции, он не приехал. То есть и нахамил еще Даудову. Даже не нахамил, он ответил: ты мне не хозяин, я тебе не буду подчиняться твоим приказам. За это он и заплатил, за это на него, в общем-то, возбудили, и я могу сказать, поскольку я изучала материал этого дела, и была в суде, и, в общем, это дело фальсифицировано, там нет доказательств того, что у Руслана Кутаева были наркотики, они были ему подброшены, и он был осужден. Так, я возвращаюсь к ситуации, что я могла быть на этом процессе, я могла прийти в любое... университет грозненский, я могла прийти в суд, я могла прийти куда угодно, и мне никому в голову тогда, ну, полтора года назад, не пришло бы схватить меня, оттащить в полицию, как это вот недавно произошло с Ильей Азаром, да, журналистом, изъять тем более у меня диктофон, видео или там аппаратуру. Ковыряться еще какую-то. В телефоне. Совершенно верно. Сейчас ситуация резко изменилась. Вот этого, если честно, это на самом деле воспрепятствование профессиональной журналистской деятельности, которая раз за разом происходит в Чечне. Центр на это не реагирует, но он ни на что не реагирует, ни на нарушение прав журналистов, ни на нарушение прав правозащитников, ни на нарушение прав жителей Чечни. И, собственно говоря, это вот самый принципиальный момент. Жителей Чечни нет прав, нет конституции, она на них не распространяется. И это модель, которая устраивает федеральный центр. И Кадыров их устраивает ровно вот в этой роли, что он на самом деле делает что угодно с чеченцами, карбланш полный. И вот пока он это делает и не вылезает за какие-то пределы, эта модель абсолютно вот, будет устраивать центр. Поэтому... Они там эксперимент какой-то проводят? Да, открытый музей Сталина, под открытым небом создали практически. Вот как жили в 1937 году, хотите узнать, поезжайте в Чечню. То есть вы считаете, что этот опыт вполне реально может быть перенесен на другие регионы? Нет, вряд ли. То есть это все, тем не менее... Это просто та крайность, которая всегда перед глазами,
и который на самом деле действительно устрашает, в том числе и жителей России, и вообще она, эта модель, она, с одной стороны, для управления Чечней, подавления вот всех, начиная от сепаратистских настроений, заканчивая там, террористическими какими-то, да, это вот придумана эта модель, она эффективна на данный момент, очень эффективна. Вот. Проблема в том, что дальше с ней, потому что она не решает ни одну проблему долгосрочную. Это проблема еще в том, что она очень дорогостоящая, конечно, с точки зрения чисто практической. На самом деле, вот что происходит, собственно, в республике? Да, дотации Москвы на Грозный остаются огромными, да, и повышаются. Но они повышаются, на самом деле, не догоняя финансовый кризис. Местные элиты очень сильно привыкли к роскошной жизни. В высшей степени роскошной жизни. И в ситуации, когда рубль обесценивается, денег становится меньше, они еще больше нажимают на население. Об этом тоже, кстати, написано в докладе Human Rights Watch. Приведены в том числе истории невероятного унижения людей, которые высказывали протесты вот, по поводу такой политики, администрации. Даже не протесты, вы знаете, наверное, что вот очень это важно понимать, были, да. Когда ну, человек не очень внимательно следящий за ситуацией в Чечне, слышит наступление на инакомыслящих, он может подумать, что это некие люди, которые критиковали лично Рамзана Кадырова и говорили, что вот он плохой руководитель и не должно быть его в Чечне. Да в основном речь идет не об этом, а о людях, которые просто робко выражали свое горе, свое недовольство тем или иным аспектом ситуации, что поборы, что местные чиновники коррумпированы, что выталкивают за черту бедности, что не восстанавливают то, что обещали восстановить. И вот за это люди тоже наказаны. Ну вот история Айшат Инаевой приведена как раз в этом вашем докладе. Она социальная работница, ее действительно подвергли очень неприятной унизительной процедуре, вызвав на ковер к Рамзану Кадырову вместе с мужем, и она должна была оправдываться за свои слова. Она говорила, что вымогают с них деньги, вымогают, забирают часть зарплаты. И муж тоже извинялся за свою жену, эх, как он ее распустил. И это все транслировалось по телевидению местному чеченскому. И это появилось в Ютьюбе. И наверняка об этом знали, в том числе и в администрации президента Российской Федерации, но не было реакции никакой. Ну, может, тут я добавлю. Вот Игорь Александрович не стал говорить о том, какая была реакция в администрации президента на унижение делегации Совета по правам человека. А я могу сказать, потому что я занималась информацией, по моим источникам, тогдашний глава администрации Сергей Иванов сказал, езжайте без Каляпина. Че вам? Ну, вот Кадыров поставил условие, ну, соглашайтесь на это условие. А совет, делегация решила, что без Каляпина не поедут. А, вот такая реакция. То есть это унижение не только жителей Чечни, это унижение не только правозащитников, это унижение не только членов Совета по правам человека, это унижение администрации президента Путина. Ну, видите ли, здесь ситуация довольно интересная, потому что, с одной стороны, ну, просто видно, что за последние полтора года несколько упреков, намеков Кадырову со стороны Кремля поступали. И видно, в принципе, судя по этим упрекам, намекам, судя по высказываниям Владимира Владимировича Путина, судя, по крайней мере, по тому, что Чечня как-то вот так появилась не в самом лесном ключе, не всегда в суперлесном ключе в федеральных СМИ, похоже, фрустрация Кремля, она растет. И не зря же, в конце концов, полномочия Кадырову, как назначенцу главе Чеченской республики, Кремль подтвердил не сразу, а заставил его повисеть и вот немножечко подождать и немножечко подергаться. Все это, понятно, происходит не зря. Но дальше, наверное, в такой ситуации ожидается, что глава региона, которому дали понять, что ну все как-то не совсем, слава богу, он одумается. Скажет, да, буду сидеть тихо, буду все делать по правилам. А происходит скорее то, что, испытывая, ну, наверное, панику, руководитель Чечни, он еще больше усиливает давление
на любых инакомыслящих внутри республики, на любые внешние критически настроенные силы, да, видимо, предполагая, что если мы всю информацию закроем, то ничего дурного про нас никогда не узнают, и тогда все будет хорошо. Но при этом, конечно, зависимость Кадырова от Кремля, она, ну, не обсуждается. Это безусловно так. Вопрос в том, как дальше будет реагировать Кремль. Понятно, что фрустрация фрустрации, но в конце концов, ну, у Кремля много проблем, да, и финансовый кризис, Сирия, Украина. На фоне всего этого радикально что-то в Чечне менять, видимо, готовности нет. И Путин, в конце концов, заставив Кадырова несколько подождать и пометаться, его продлевают полномочия до сентябрьских выборов и говорит, что будет приветствовать его участие в выборах. Но вот нужно Рамзану Ахматовичу поработать над тем, чтобы укреплять отношения с федеральными чиновниками и институтами. Видимо, поработать над тем, чтобы соблюдались права людей внутри Чечни, с точки зрения российского руководства, чеченскому руководству не нужно. При этом, наверное, нужно понимать, что вот эти вот а выборы... А в России нужно там? О каких правах человека и Кремле может идти речь в нашей стране? Но при этом нужно, наверное, понимать, и все это прекрасно дают себе в этом отчет, в том, что вот эти выборы предстоящие в сентябре, они будут и не выборы. Уже известно, кого выберут, и сюрпризов не будет. Вот здесь я сейчас... Можем заключить пари, Марианна. Не знаю, кто согласится с нами на этот пари. Здесь в течение вот программы сегодняшней несколько раз звучал срок вот этот полтора года, в последние полтора года. Именно почему полтора года? Я хочу сначала, для начала к Игорю Каляпину обратиться вот с этим вопросом. Вы как человек, который знакомы с ситуацией в Чеченской Республике и во многих там, и информированы о многих, может быть, и подковерных каких-то событиях. Можете пояснить, почему именно в последние полтора года такая проблема? Что изменилось? Неужели только кризис тому виной финансовый? Или есть еще и какие-то политические составляющие? Я вам не могу дать ответ на этот вопрос. Это, по-моему, Лена Милашина анонсировала, что она знает ответ на этот вопрос. Я не знаю. Я полагаю, что просто... Количественные изменения перешли в качественные, то есть режим Кадырова, он постепенно становился все более жестким, все более нетерпимым к критике, ну а как следствие он постепенно закрывал все информационные потоки, неподконтрольные ему, которые есть в республике, как потоки внутрь, так и потоки из республики вовне. То есть понятно, что для этого нужно было заткнуть рот журналистам, нужно было заткнуть роль правозащитникам, то есть своих правозащитников нужно было либо ликвидировать и заставить замолчать, как это сделали там в свое время с Натальей Стемировой, как это делали с Мемориалом. Вот. Ну а вот таких варягов, как сводная и мобильная группа, комитет против пыток, их просто нужно было каким-то образом изгнать. И в декабре 2014 года Рамзан Кадыров очень ясно, публично объявил о том, что он нашей организации работать в Чеченской Республике не даст. Он ее считает диверсионной, там, вредной, еще там черт знает какой. Вот. И он так публично пообещал, что я этой организации работать не дам, ее не будет в республике. Ну вот, другие организации он так вот публично не называл, но это такая очень последовательная, наступательная политика, которую он реализует. Связано это с выборами, не связано? Я, честно говоря, думаю, что не связано. Я думаю, что это совершенно самостоятельный процесс, который совершенно так вот последовательно, количественно развивается, ну и время от времени дает вот такие качественные скачки, которые мы видим, с разгромами, там, с убийствами в том числе. Вот вы сказали декабрь 2014 года. Правильно я понимаю, что ведь как раз в декабре 2014 года было совершено вот то самое нападение на Грозный. А в этот день... было федеральное послание Владимира Владимировича Путина. Он говорил о Грозном бой. 14 лет спустя, после того, как Путин пришел к власти и, в общем,
через какое-то достаточно большое время, 10 лет спустя, как Чечня, война закончилась. То это есть... был, конечно, очень серьезный момент, поворотный, когда вдруг, я еще раз говорю, медийная составляющая повернулась к Чечне не задницей, как она была до этого, а лицом. И Россия опять заинтересовалась тем, что происходит на Кавказе. И в Чечне в первую очередь. Притом, насколько я понимаю, до сих пор ведь даже непонятно, сколько человек стали жертвами и пострадали вот от этой перестрелки в центре Грозного, потому что обращались в том числе и на Радио Свобода, через всякие социальные сети жителей Чечни, и говорили, что вот те факты, а там 14 погибших, по-моему, полицейских, это все ложь, потому что их было значительно больше, и Кадыров это тщательно скрывает. Но проверить эту информацию не было никакой возможности. Ну, кроме погибших были еще раненые, было около 40 человек ранено, плюс еще среди погибших, собственно, был близкий родственник Рамзана Кадырова. И на самом деле окончательное решение выдавить сводную мобильную группу и комитет против пыток из Чечни, оно было со всей этой ситуацией связано, потому что именно тогда, реагируя на нападение боевиков на Грозный, Рамзан Кадыров сделал свое печально известное заявление о том, что в качестве расплаты за действия боевиков все родственники боевиков будут наказаны, их дома будут уничтожены до фундамента, их будут изгонять из Чечни без возможности возвращения. И в свою этой... угрозу-то он выполнил. Да, далее в течение буквально нескольких дней, по крайней мере, 9 домов было действительно уничтожено. И Игорь Каляпин обратился в Следственный комитет и в прокуратуру Российской Федерации, пытаясь указать на то, что речь идет о... В судебной расправе. Да, о нарушении со стороны господина Кадырова своих полномочий, о том, что, обращаясь таким призывом, он совершает противозаконные действия, и федеральный центр должен с этим разобраться. Собственно, правоохранительные органы на федеральном уровне должны с этим разобраться. И вот на это заявление со стороны Каляпина последовала реакция чеченского руководства по выдавливанию. Очень жесткому выдавливанию сводной мобильной группы, комитета против пыток, самого Каляпина из Чеченской Республики. Вот судя по тем историям, которые изложены в докладе Human Rights Watch и тому, что вы говорили в течение сегодняшней передачи, ну, совершенно складывается совершенно ясная картинка о практически невозможности работы в республике правозащитников, журналистов, юристов, вот, критиков, властей. А работают ли там какие-то гражданские, общественные институты? Ну, правосудие есть ли в республике, если оно не касается... Ну, не знаю, люди могут прийти в суд и решить свои вопросы там, с коммунальными службами, с долгами, добиться уголовного преследования реальных обидчиков? Или суд там тоже в таком игрушечном состоянии? Ну, на самом деле, вы имеете в виду, наверное, вот эту историю совсем последнюю, да, о том, как Рамзан Ахматович Кадыров, по сути, поменял руководство Верховного суда Чеченской Республики. И действительно поменял, хотя формально еще прежний председатель Верховного суда остается, но сейчас в отпуске, его скоро сменит другой человек. И это будет решать Верховный суд. К сожалению, Верховный суд Российской Федерации согласился с тем, что теперь назначение федеральных судей у нас происходит, по крайней мере, в Чечне, не по закону, а по милости и по воле главы Чечни. Вот. То есть и Верховный суд тоже, не Но только администрация президента. Что касается чеченских судей и возможности людей чего-то добиться в чеченских судах, вот вы сказали про коммунальные платежи. Дело в том, что за последнее время... С мая месяца, там с апреля, может быть, конца, когда вот как раз была свадьба племянника Рамзана Кадырова, где был многокилометровый кортеж, это тоже в ютубах показано, да, и огромное просто состояние потрачено на эту свадьбу, в общем, можно найти сюжеты на том же интернете, видеосюжеты. Вот, как раз наложилась ситуация с газовой войной против населения, объявленной главой администрации нынешним Кадырова, Исламом Кадыровым, это племянник Кадырова. Вот. Людям стали приходить, причем
все, и администрация, и газовики, и даже учителя их заставляли покупать болгарку, спиливать у людей за долги якобы. Причем долги придумывались на бумажке, назывались какие-то неимоверные страшные цифры, 90 тысяч долг, 100 тысяч, 400 тысяч, я знаю. А людей заставляли идти сверять, и у меня вот по одному из районов человек взял талончик, где он был 5-тысячный. В очереди, это через 20 лет его рассмотрят, потому что по 10 человек в день рассматривают, сверяют, столько такой у него долг или нет. И было 10 тысяч перерезаний газовых труб, 10 тысяч домов в Чечне. То есть там реально половину республики лишили газа. При этом не разрешали покупать газовые баллоны, чтобы готовить. Не позволяли покупать дрова, чтобы хотя бы как-то отапливать. То есть просто людей лишили газа. Шантажировали фактически. Заставляя платить непонятные долги, которые вот непонятно откуда взялись. Да? И что суды в этой ситуации? И что суды? Через суды, у меня есть судебное решение, где судьи... принимали решения в пользу людей. Они признавали эти долги, заявленные властью, никчемными. Они признавали действия власти незаконными. Проблема в том, что эти решения, они, конечно, не исполняются. Эта ситуация немножко разрешилась, потому что огромное количество чеченцев стало жаловаться. Жаловаться в WhatsApp, жаловаться на YouTube, записывать ролики. И тут Таня вот права, она сказала, что на самом деле вообще странная эта вот реакция на... Ладно, я понимаю, на Каляпина, на журналистов, приезжих, да, на сводную мобильную группу. Это люди пришлые, они вот язык силы, видимо, только понимают, с ними можно так говорить. Но чеченцы, которые жалуются, они все апеллируют на самом деле к Рамзану Кадырову, как к спасителю. Ну, у нас так в России Путин апеллирует. Вот он царь-батюшка, он все он решит. Ну, не знаю, а бояре плохие. Да, совершенно верно. Вот это вот, если проследить все обращения, там есть несколько моментов, когда над Кадыровым откровенно смеются и за это наказывают страшно. Я знаю несколько случаев, которые ни в докладе, ни публично не были обозначены. Наказание жесточайшее. Да. Но в основном жалобы: Рамзан Ахматович, помоги. Мне жить не на что, я умираю от голода. Вот это я практически буквально цитирую там обращение одной женщины, которой трое детей отключили газ, и она была должна 30 тысяч, но ей неоткуда было их взять. Вот этих обращений были сотни. Если не тысячи, на самом деле. Все они были внутри, фигурировали, ну, не тысячи, конечно, но сотни, их было очень много. Они дошли до Кадырова. Он очень жестко начал критиковать тех, кто, в общем-то, по велению его племянника затеял всю эту кампанию с собиранием этих денег с населения, вымогательством, на самом деле. Вот. И она немножко это, то есть уже ничего не перерезает, но проблема в том, что не восстанавливают, и все это повисло, и вот так вот на самом деле все решается. Но суды, еще раз возвращаясь к этой теме, и судьи чеченские, я вообще считаю, что некоторые из них, одни из самых смелых и, в общем-то, понимающих и знающих российское право и принимающих его. И таких я в стране не знаю. Я не знаю таких судей. И это в Чечне. И потому что это еще и накладывает вот этот вот сам регион, и накладывает определенный отпечаток, что люди вообще молчат что-то делать, боятся в этой системе судебной. Потому что судьи наши на самом деле страшно незащищенные люди. Но в Чечне судьи борются за свое достоинство. Вот, к сожалению, на этом мы вынуждены закончить наш разговор. Можно говорить, наверное, еще несколько часов о том, что происходит в Чеченской Республике. Я предлагаю всем сегодня зайти на сайт Human Rights Watch и познакомиться там с докладом о ситуации в Чечне, как она развивалась последние полтора года. Приходите также на сайт «Новой газеты», читайте блестящие материалы Елены Милашиной о том, что происходит в республике, и, по возможности, поддерживайте комитет по предотвращению пыток, руководитель которого Игорь Каляпин сегодня был на связи с нами. В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии была программный директор по России международной правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина, обозреватель «Новой газеты» Елена Милашина. На видеосвязи с нами был руководитель комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите к нам на сайт.